В этом году Чувашия участвует в проекте «Безопасные и качественные дороги». Его реализация предполагает снижение числа ДТП, увеличение доли отремонтированных и соответствующих стандартам качества дорог. На данный момент завершаются конкурсные процедуры. Дорожники приступают к физическим работам, выходят на объекты. В рамках проекта в нынешнем году в Новочебоксарске планируется проведение работ по ремонту 13 участков дорог на общую сумму порядка 315 миллионов рублей. Сегодня в рамках пресс-тура представители администрации города рассказали журналистам республики о проекте, а также показали участки дорог, работы по которым уже ведутся. Подробнее об этом уже в завтрашнем выпуске новостей.